Из справочника по обрезке плодовых культур зачитываю о летней обрезке. Летняя обрезка, которую чаще проводят в первой половине вегетации, менее распространена. Она приводит к сокращению листовой поверхности и уменьшению продуктов ассимиляции. Чем позднее проводят летнюю обрезку, тем хуже. В большинстве экспериментальных работ, выполненных на протяжении последнего десятилетия в США, Чехословакии, Польше, не выявлено устойчивого влияния летней обрезки на стимулирование закладки генеративных почек, завязывание плодов, урожайность насаждений, плотность мякоти, содержание кальция в сухих экстрактивных веществах в яблоках, а также на степень их повреждений. И далее. Вот это не буду я тут читать. К тому же практическое выполнение, сами прочтете, летние обрезки осложняется дефицитом трудовых ресурсов, используемых в первую очередь на сезонные работы. Вот этот справочник. Хочу вам его показать. Ну и хочу показать вам свой заречный сад, на котором не то что летний обрезок. Видите? Вот это груша. На мощном сильнорослом подвое. Только на таких подвоях, в условиях потепления, можно и нужно развивать садоводство. А вот на карликовом подвое яблоня никаких обрезок, ни летних, ни осенних, никаких химобработок. И посмотрите, какое качество плодов. Вот это так называемое органическое земледелие. Обратите внимание, вот что тут творится под штамбом. Видно, что никакого купороса не нюхала эта яблоня по лишайникам. Даже верхушку не досуг мне обрезать. Вот хочу спросить еще и еще раз, наверное, сотый, удивляясь тупости жителей страны чудесной. Страны вы сами знаете какой. Сотни тысяч, а вкупе миллионы просмотров набирают видео о летней обрезке. Нескольких слабоумных идиотов, а по-другому их и не назовешь. Чем они привлекают, я не понимаю массы. Наверное, тем, что такие же они. Какие сами, такие и сами. Ну, если нет ума и свободного времени, хоть отбавляй навалом. Можно на несчастных тех двух-трех карликовых яблоньках рукоблудить. Обдрачивать их осенью, весной, зимой и летом. Не падайте в обморок, милые дамы.
Заглянул в словарь толковый. Живой великорусской речи. Вот так прогуливаясь, пойдем более капитальным насаждением. Вот с обзором моего сада. Вот здесь айва себя неплохо чувствует. Сейчас ближе подойдем к яблоням пожилым, которые дают основную массу урожая. Так вот, в словаре Владимира Даля живой великорусской речи дрочить значит нежить, ласкать, баловать, любя, ходить и выкармливать. Когда, знаете, есть народная такая пословица: собаке делать, псу делать нечего, узнаете, чем он занимается. Очень кстати эта поговорка. Вот это один из моих садов, заречный. Видели грушу. Буду еще раздалбывать недоделанных садоводов по обрезке груши. Яблони видели на слаборослом, а вот это красавцы, на сильнорослых. Вот основной, где получается урожай. Малина, кизил, смородину вы видели. Все тут растет. И времени на уборку урожая не хватает. Который у меня за сезон больше, чем у дрочмейстеров за всю их, не знаю какую, клоунскую жизнь. И не то, что на летнюю обрезку, уже я повторюсь, совершенно ненужную. Впрочем, и обрезку укорачивания. Не хватает времени, повторюсь. Только санитарное, да и ту не успевают делать. В эпоху потепления можно, конечно, санитарить и нужно. А теперь вот посмотрите вблизи урожай. Хоть один дрочмейстер может показать такой. Некогда урожаи собирать. Смотрите полезные видео. Правят болваны миром, ничего с этим не поделаешь.